Нас с тобою Бог хранит. Книга книг так говорит. Всегда с нами, рядом Он. Мы слабы, но Он силен. Основано на удивительных реальных событиях. Он воззвал к тебе, Карлтон. Я в это верю. Всех нас ждет спасение! Поднимем руки и споем «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Все вместе «Я воин!» «Я воин!» Моя отрада и утешение в том, что вперед нас поведешь ты. История человека, который рискнул всем. Половина моих знакомых выбрали неверный путь. Ради своей веры. Ты веришь, что со мной говорил Господь? Какая разница, что думают другие? Для меня большая. Пошли слухи, будто я перестал верить в ад. Я слышал голос, и он сказал, что все мы спасены. Хотите переписать Библию? Я ничего не переписываю, я перечитываю. Вы должны нести Слово Божье. Господь любит всех нас. Красивая, воодушевляющая история. Почему не позвонил? Сложно трубку взять. Прошу, сынок. Подумай как следует, чем ты рискуешь, ведь речь не только о тебе. Тебе спасения не нужно. Вы этого не знаете, не можете знать. Тебе нужно доказательство, что это был не глаз Божий. Половина нашей паствы ушла. Этого мало? Чивитель изумителен. Ты либо со мной, либо нет. Хотите сказать, мы все ошибаемся, и вы один правы? Вы распространяете лжеучение! Чивитель Эджофор, Джейсон Сигел, Кандол Рашад, Лейкит Стэнфелд, Дэнни Гловер и Мартин Шин. Ты уверен, что слышал именно Господа? Я никогда ни в чем не был так уверен. И я не отступлюсь! Еретик. Фильм Джошуа Марстона. Тринадцатого апреля.